У некоторых из вас могут быть импровизированные виды оружия или модифицированные, например, автомат или оружие с указанным прикладом, короткие или длинные дубинки, или просто какие-то куски доски или трубы. Значит, прежде всего, надо убрать с картины руку. Рука — наиболее опасное оружие человека. Итак, как видите, оружие, он нападает, я могу ударить вот здесь, потом вытащить дубинку. Вот так, раз-раз, замок. Удар, удар. И потом можно продолжить использовать дубинку. Еще раз, я могу не использовать смертельную силу и делать несколько захватов или удушений.